Второй. Предприимчивая наша. Подойдите, пожалуйста. Отлично. Еще. Пятый. А, вот так, седьмой. Седьмой. Отлично. И? Не читаю, сколько это. Восемь, девять. Восьмой. Восьмой. А кто у нас восьмой? Кто восьмой? Кто восьмой? А, Алиночка. О, Алиночка. Отлично. Госпожа Снегурочка, вы скорее напоминаете стихийное бедствие. Покиньте, пожалуйста, танцпол. Да, теперь у нас началось прям по-серьезному, да? Готовы? Господин Амирамов, пожалуйста. И у нас решающий момент, да? Сейчас вы танцуете с Тимуром, с Тамерланом, простите, с Тамерланом, Шахом. С принцем всея Руси, восточным принцем всея Руси. Да, не надо Востока, он сейчас здесь. Попросим, пожалуйста. Тамерлан, готов. Просим. Oh, my God.
بلبس وبلبس كمان سلامي من بعيد من غير احضان كورونا فيروس انا كده في امان انا بلبس انا برنس الجيم И теперь, наверное, перед нелегким выбором, кто же победил? Стой, а, столику, да, сейчас минутку. Конечно, устоять перед такими резвыми девушками очень сложно. И каждый хочет получить главный выбор. Решайтесь, когда я вам очень сочувствую. Это выбор нелегкий. Госпожа Снегурочка, ваш танец напоминал, скорее всего, кунг-фу, а не восточный танец. Вы безобразничали. Вы хулиганка. Нет, она погодня, да, я вижу. Дорогие участники, подарите, пожалуйста, наши волшебные арочки. Да, очень просим вас. Тем, кто в дырку, пожалуйста, спуститесь. Наталья, Светлана, Дина. Импровизировать нереально тяжело. Она слушайте свой микрофон. А импровизировать на публику и у некоторых под совершенно незнакомую музыку, а еще хуже под незнакомый стиль, это ну реально прям очень-очень сложно. И поэтому кубки есть реально на всех, потому что ну, победители все, действительно. Давайте по номерам, пока у нас принц Тамерлан еще думает и вообще мается. Я не знаю, как он будет жить после этого решения. Давай вручишь пока всем кубки The Best Pole Dancer остальным участницам. Давайте, кто там? Номер 3. Депут, я не знаю. Номер 3, Дина Мономарева. Номер 4, кто у нас номер 4? Светлана Костенко. Спасибо большое. Номер 5. Ольга Карташова, смелая, милая девушка. Номер 6, Наталья Малкина. Спасибо большое, Наташа. Номер 7. Номер 7. Да, спасибо большое.
радоваться. И никто не обижается, не расстраивается, потому что это только сегодня. И... Ну, вот так вот получилось, что... Нет, конкурс есть, конкурс. Спасибо, что вы взяли. Давай, решай. Это все. Давайте мультик. Правильно. Сами вы нереально прекрасны и безумно талантливы. Желаю вам настоящих побед в дальнейшем. Прежде всего, в этом году побольше и почаще. Собирайте награды. Спасибо вам.